Демонстрацию продукта Amway Home проведет старший научный сотрудник Фил Слива. Для проведения демонстрации потребуется SA8 концентрированное жидкое средство для стирки мягкого действия, жидкое средство для стирки другого производителя, 2 чайные ложки, 2 стакана 250 мл, кувшин с водой и полоски для определения уровня pH в диапазоне 6,5-10. Эта демонстрация показывает, что SA8 концентрированное жидкое средство для стирки мягкого действия предназначено для стирки деликатных тканей. Эксперты по тканям рекомендуют стирать шелковые и шерстяные изделия средствами, уровень pH которых близок к нейтральному. Но жидкие моющие средства обычно являются щелочными и содержат вредные для натуральных тканей ферменты. Сначала наполните 2 стакана водой. В один из них налейте чайную ложку SA8 концентрированного жидкого средства для стирки мягкого действия и перемешайте. Окуните окрашенный конец полоски для определения уровня pH в этот раствор. Подержите несколько секунд и затем выньте полоску и отложите. Далее налейте чайную ложку жидкого средства для стирки другого производителя в другой стакан и перемешайте. Окуните окрашенный конец второй полоски для определения pH в этот раствор. Подержите несколько секунд и сравните результаты. Полоски pH показывают, что SA8 концентрированное жидкое средство для стирки мягкого действия стирает при нейтральном уровне pH, а средство другого производителя при более высоком уровне pH. При стирке средством с нейтральным уровнем pH деликатные ткани лучше отстирываются и при этом защищены от повреждений.